Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем проходить последний день на земле. Что ж, я добрался до сосновой рощи. 10 градусов тепла, 32 минуты первого. Так что, я надеюсь, здесь все будет у нас... Ага, спокойно, конечно. Вон уже стоят архаровцы и меня поджидают. Ладно, давайте тогда по окраинке, наверное, с вами прогуляемся. Пособираем все, что сможем. А дальше пойдем уже в гущу. Опа-на, я вижу ящик, ребята, он мне нужен. Потихонечку, потихоньку. Не, давайте его шибанем вначале. Вот так. А теперь будем со спокойной душой открывать с вами ящик. Я надеюсь, там что-нибудь хорошее, полезное для нас найдется. Так. Ух ты. Нормуль, в принципе. Я считаю, весло какое-то. Интересно, это что? Оружие у нас или для чего-то другого? Так, давайте сюда тихонечко проберемся. Как раз эту двоечку мы накумарим с вами сейчас. С кого начнем? Давайте вот с этого, наверное. Ну-ка, получи. Отлично. Ну, тот среагировал, это естественно. За что он сейчас и отгребет у нас по полной программе. Все. Блин, скоро у меня, кстати, моя лапта сломается. Так, древесинка нам обязательно нужна. Давайте, пока есть возможность, нарубим здесь деревьев. Так, отлично. Еще одно. Так, я вижу там еще один зомбарь или волк. Ну, кто-то нехороший, это однозначно. Ух, сколько здесь леса. Есть где поживиться. Дайте-ка я проверю, кто это такой. Ага, зомби. Ну ладно, получи, зомбарь. Чтоб ты меня не смущал лишний раз. Так, и продолжаем добывать наше дерево. Сосновые бревна. Будем забивать, пока у нас есть место. Так, у меня 20 уровень. Скоро я получу 20... Ой-ой-ой, сломался мой топорик. Что же будем делать, ребята? Блин, нужно 3 известняка, чтобы сделать новый. Так, это что у нас такое? Весло. Урон 20-ка. Значит, это, ребята, оружие все-таки, да? А у меня 14. Ладно, все равно лапте моей там осталось недолго. Добьем, а потом уже поменяем на весло. Так, пока пособираем, что лежит. Мне нужен известняк, надо искать его. Ну, сколько здесь дровишек лежит бесхозных. А вот и известняк, кстати, впереди. Даже здесь есть. Ну, нормально. Сейчас мы тогда и сделаем с вами топорик. 3 штуки надо было известняк. О, тихо, елки-палки, напугало. Напугал ты меня, волк, однако. Но места у меня нет для шкуры, для мяса. Жаль, конечно. Блин, я и топор не смогу сделать. Чё такое? Елки-палки, ты какого лешего тут пришел? Так, он, ребят, с копьем у нас, да? Ну-ка попробуем его накумарить. Да я должен выжить, не нет, я его победю. Все, отлично. Замечательно. Так, что мы можем использовать? Давайте бинты. Так, посмотрим, что у него тут есть. Ага, кеды. Надеваем. Рубаху тоже. Ну, в принципе, и все. Что тут еще я могу сказать? Деревья заберем. Так, у него есть топор, ребята. Блин, ну что? Чем? Мне, в принципе, все нужно. Давайте компот выпьем тогда. Руду заберем. Так, я даже не знаю, тряпки эти все. От чего избавиться-то, а? Давайте выпьем пиво. Заберем, как говорится, себе это. Не, вот топор нам нужен больше. Хотя факел нам тоже. Ладно, шиш. Блин, опять его прибило в туалет. На. Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо, тихо. Хорошо, конечно, получилось, да? Обмочили мужичка. Мало того, что убили, так еще и намочили на него. Нормально. Лучше не придумаешь. Так, опять кто-то идет, а? Ну ты посмотри. Все, ребят, сейчас я, наверное, сломаю свое оружие. Да, сломалось. И ставим, значит, с вами весло. Будем бегать с веслом, как эти. И я убью тебя, лодочник, да?
с веслом наперевес. Довольно так смешно смотрится. Так, известняк нам... Оу, тихо, давайте-ка его... На-ка, оу, я думал, сразу убьем, нифига. Не вышло. Давайте заберем известняк. Ну что, в принципе, я, можно сказать, обежал полностью карту. Теперь, наверное, можно уже суваться и в центр, да? Там как раз стоят зомбари. Так, отлично. Давайте порубим деревьев. Топор наверняка тоже скоро сломается. Он там был наполовину покоцанный, так что... Так, ягоды я брать не буду, они мне ни к чему. А вот этого надо шлепнуть. Кто это? Бегун, опять бегун, елки-палки. На, получи. Два удара ему надо сделать веслом, чтобы он отгреб. Так, что у нас тут? Морковка. Скушали, теперь мы сыты полностью. Продолжаем свое дело, так сказать, дереводобывающее. Блин, вот и сломался топор. Ёлки ты палки, а. Так, у нас известняк есть. Есть, это все есть. В принципе, мы можем создать сами уже топорик себе. И продолжать рубить. Так, тут осталось всего три сосны. Забираем и, естественно, потом пойдем с вами в центр. Наверное, сбегаем, глянем. Может быть, там еще каком-нибудь ящик или сумка будет валяться. Так, ну олени мне сейчас не нужны, потому что, блин, у меня и здесь все полным-полно. Ёлки ты палки, а. Что же делать? Давайте тогда так сделаем. Известняк нам пока не особо нужен. У нас, тем более, дома его полно. А вот и ребятушки, я смотрю, стоят. Вау. Ёлки-палки, нифига их там. Я надеюсь, они все... Нет, смотрите-ка, все прошло удачно. Никто за мной не погнался. Сейчас тогда мы и этого по-быренькому ликвидируем. Это у нас обычный. Хорошо, на один удар его достаточно. Так, я вижу еще там один. Впереди, да? Что у тебя здесь? О, там волк, по-моему. Да, волк. Получи свое, волчара. Нахлобучили. Так, спереди один. И сбоку еще трое. А вот и лес. Так, продолжаем рубить. Кстати, ребят, скоро получу уже 21 уровень. Давайте-ка потихоньку. Я, наверное, вот этих вот зомбарей сейчас убью. И у меня как раз будет 21 левел. А нет, нифига не будет. Потому что слишком мало что-то дается за них опыта сейчас. Раньше давали больше, ну правильно, я расту, соответственно, мне нужно намного больше всего, чтобы повысить себе левел. Так, кто тут у нас такой? А, волк. Ну, волка мы с удара, отлично. Ё-моё, бегун среагировал, ядрить его на корень, на, получи. А так его, ребята, 4, вот и новый уровень. А так его 4 раза надо бить напрямую. Со спины 2. А так, 4. Так же, как и обычного зомби. Сзади один удар, а напрямую 2. Так, сейчас мы тут нарубим с вами дерево. Целую кучу. О, еще дровишка лежит одна. Так, побежали. Ну что, будем этого щелкать или нет, а? Кто это у нас? А, это волк. Получи. Так, отлично. Давайте эту заберем. И я вижу, там еще впереди один стоит. Не знаю, кто там, волчара или зомбарь. Блин, мне-то и ветка нужна, елка точнее. А, обычный зомби. Ну что ж, давайте его накумарим тогда. И продолжаем рубить. Кстати, впереди ящик. Ну я не знаю, брал ли я его или нет. Нет, этот ящик я не брал, это однозначно. Блин, а у меня все забито уже в инвентаре. Так, тут у нас... Ага, осталась лампочка и металлолом. Давайте это сделаем так. Металлолом нам нужен для чопера. А вот с лампочкой я не знаю, что делать, ребят. Ну-ка, о, вот так вот сделаем.
Штаны все равно уже на износе, так что... А лампочка пригодится, наверняка, больше чем уверен. Так, и попробуем, наверное, вот этих вот втихаря. Ну, конечно, второй среагирует, это понятно. Но тем не менее... Оу! И этот тут еще. Ну ладно, получай свое. Так, остался там один. Давайте его так обойдем. И со спины на удар его накумарим. Да. Практически половину весла уже израсходовал. Жаль, конечно. Ничего не поделаешь. Да, довольно быстро здесь я заметил. Кстати, это был ящик, нет? Был. Довольно быстро тут изнашивается оружие. Вот, конечно, это большой недостаток в игре. Как говорится, не напасешься. Давайте дорубаем дерево. Все, ребята, у меня полностью забит инвентарь. И я думаю, что нам пора с вами бежать домой. Так, отлично. Не ставьте сундуки и станки снаружи. Любой прохожий с легкостью украдет ваши пожитки. Ну что же, и пойдем, наверное, с вами домой. Давайте рванем. Ну и увидимся с вами чуточку попозже, ребят. Ну что же, ребята, вот я и пришел домой. Давайте все сейчас с вами выложим это барахло. Ах ты, ё-моё, ты смотри. Уже зомбари у меня тут бегают вовсю. Нифига, бегун причем к тому же. Совсем оборзели, ребята, в корень просто-напросто. Ладно. Так, побежали домой. Выкладывать как можно быстрее все это, что у нас с собой тут таскается. Так, что тут у нас? Дровишки. Дровишки, дровишек очень много причем. Давайте, наверное, что-нибудь с вами в печку забросим. Отлично. Пускай у нас слитки готовятся. Так, может быть, ага, тут у нас... Тут у нас пока все на мази. Пускай у нас доски дальше продолжаются делать. Может быть, что-то в костер. А что я буду здесь в костре? Мяса нет, чтобы готовить. Так, давайте тогда, наверное, сюда запустим. Так, ну что, нормально, да? 40 бревен у нас. Ой, бревен, елки-палки, конечно же, досок. Так, и пора, наверное, что-то выкладывать. Так, давайте доски выложим. Они мешаются нам только. Так, бревна, блин, я не знаю, что с этими двумя бревнышками делать. Так, ага, значит, резиночки, отлично. Так, проволока, все у нас тут, подшипник, отлично. И все, вроде бы, да? А, вот, металлолом. Так, и давайте, наверное, сюда что-нибудь забросим, лампочку, например, блин, она не поместится. Да, фиговенько. Ну-ка, здесь. Ага, здесь есть у нас как раз место. Давайте проволоку, лампочку сюда выложим. Это все вниз переместим. Ну что, у нас, в принципе, осталось все основное. Ну, руду еще единственное надо выбросить куда-нибудь. Может быть, ее в печку или в ящик. Так. Что мы можем с вами? Сушилка для мяса. Это все есть у меня. Швейный стол. Так, камнерезка. Кеды. Ну, я не знаю, кеды, блин. Веревки, осока и тряпки нужны. Ну, осока у нас есть. А вот так, тряпки. Блин, одна тряпка всего. Ё-моё. Так, есть три металлолома и банка пива. Надо будет ее как-то выдуть. Ну и тут у нас еще, ребята, в принципе, для досок у нас хватает бревен. Так что надо будет, наверное, чем-то другим теперь позаниматься. Наверное, может быть, рудой железной. Или же какие-нибудь тряпки, веревки, я не знаю. Так, что у нас здесь? Ага, 20 кожи. Сделалось. Это тоже хорошо, кстати. Так, морковка там растет. И 8 вяленого мяса.
А морковки, наверное, нету, да? А, нет, 4 штучки есть. Ну что ж, хорошо. Так, с едой у нас все нормально получается, да? Еще плюс здесь 10 отбивных. Угу. Морковь. Блин, что лучше? Так, ну мясо-то однозначно лучше. Это как ни крути. Давайте тогда морковку выложим. Консервы. Это... Вода нам пригодится. Потому что пить мы часто хотим. Вот, в принципе, и все. По большому счету, да? Камнерезка. Так, самодельная бита. Швейный стол. Так, здесь, значит, нужно 5 слитков. И 4 дерева, да? Значит, давайте тогда сделаем так. Где у нас слитки? Блин, ну не то все. Хочу сделать себе... Ага, вот у нас дерево и слитки. Хочу сделать себе топоры, ребят. Ну, эти тесаки. А то весло как-то не особо меня радует. 2 штучки, наверное. А, у нас только на 2 и хватит. Ну что, в принципе, все нормально. У меня оружие есть. Можно с вами дальше куда-нибудь сходить. Так, вот сделаем. Вот, будет самое то. А это выкладываем, естественно. Так, еда есть, питье есть, но, правда, мало. 2 бутылки, я не знаю, надолго ли мне хватит их. Кеды, а вот на кеды как раз-то... Подожди-ка, на кеды у меня вроде бы... Блин, опять он уже пить захотел, а? Так, одна тряпка, веревки. Так, что-то там еще, а? А сока, по-моему, да? Да елки-палки, как ты быстро хочешь пить уже, а? Ладно, на, попей. Придется эти 2 бутылки мне сюда засунуть, ребята. О, тихо нафиг, нифига он прибежал. Ну что, хорошо, заодно мясо со шкурами получим. Так, давайте, ага, 2 готово и 2 ставим сюда. Отлично, просто зашибись. Так, 2 бутылки с водой. Давайте сюда повесим шкуру. Ну, еды надо, конечно, мне кажется, побольше. По крайней мере, не еды, а, как вам сказать, бинтов бы, конечно, сделать. Вот это было бы хорошо. Но у меня нету для них лоскутков. Угу. Много не побегаю, получается. Так, тут еще не забыть бы, блин, 5 досок этих лежит. Да. Печаль, печаль, ребята. Значит, с кедами я пролетаю, получается, да? Ладно, тогда выкладываем это все. Ну что, давайте, наверное, куда-нибудь ломанемся. С этим веслом, как этот. Я убью тебя, лодочник. Ну, придется идти куда-то недалеко, потому что всего, я не знаю, 9 стейков, 8 стейков у нас и 2 бутылки воды. Да, не густо, конечно. А куда можно щемануться, ребята, а? Может, сюда, в каменные холмы? Так слишком далеко. А может быть, в этот бункер сбегать? Бункер Браво. Фиг его знает. А если там нет ключа? Ну что же, ребята, наверное, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и удачи вам. До скорых встреч.